Салтыков Щедрин, как мужик двух генералов прокормил. Если не читал, то бегом читать. А сейчас будет краткий пересказ. Два генерала, которые всю жизнь толком не работали, оказываются на необитаемом острове. На острове есть все: рыба, дикие животные, овощи, картошка. Но генералы оказываются беспомощные и не могут себя прокормить. Генералам приходит гениальная идея – найти мужика, который будет о них заботиться. И представляете, они его нашли. Генералы, ввиду своего социального положения, приказывают мужику охотиться, рыбачить и готовить еду. Они сыты, довольны. Но вскоре им становится скучно, и они просят мужика сделать лодку, чтобы плыть в Петербург. Мужик мастер на все руки, делает лодку и увозит их в Петербург. Генералы первым делом бегут за пенсией. Мужику они отправляют рюмку водки и пятак серебра. Веселись, мужичина! На этом все. Оставляй в комментариях главную идею данного рассказа.